Кроме охранников, следует беспокоиться о системах безопасности. Они включают тревогу, активируя повышенные меры безопасности в данном районе. Уничтожать подобные устройства нет смысла. Лучше старайтесь их обходить. Это будет не так сложно, как только вы научитесь правильно координировать свои движения. Если все-таки объявят тревогу, охрана начнет вас искать. К счастью, это ненадолго. Рано или поздно все решат, что вы от них улизнули, и уровень тревоги понизится. Здесь нет нифига. Одну секунду. Господи, что на этот... Я знаю, здесь кто-то есть. Возможно, Дэвид Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости БИК. Надо быстро все проверить. А теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию. Но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд на завод Шарик. Рабочие взяли заложники, и весь город затаил дыхание. Вряд ли можно напоминать, что это уже вторая атака на биотехнологическую компанию. Первая произошла полгода назад, накануне скандального слушания по экспертизе исследований компании. Эти слушания надолго приостановили, и теперь народ волнует вопрос. Нет ли другого объяснения происходящему? Возможно, Дэвид Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости БИК. А теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отказывается комментировать ситуацию. Но наши источники сообщили, что вооруженная группа активистов, выступающих против имплантов, устроила рейд на завод Шариф Индустрис.
рабочих взяли заложники, и весь город затаил дыхание. Вряд ли нужно напоминать, что это уже вторая атака на биотехнологическую промышленность. Шариф что-то скрывает. Прямой эфир вела Элиза Касан, новости ВИК. Теперь вернемся к экстренным новостям из Детройта. Полиция до сих пор отсутствует. Access granted. Не знаю, что там с этим хакером. Кто-то его не видал. Да, как-то нехорошо было бросить его там одного. А что он там ищет? Наверное, доказательство того, что эти сволочи врут. Зиг так и сказал. Надеюсь, Зиг знает, что делает. Я тоже, чувак. Я тоже.
Чтобы открыть новые способности и модификации, вам нужно набирать опыт. Опыт вы получаете за выполнение основных и дополнительных заданий, а также благодаря особым бонусам. К примеру, если выполните задание, не попадаясь на глаза врагу. Набрав достаточное количество очков, вы получите очки Praxis. С их помощью вы можете открыть улучшение существующих модификаций или новые модификации. Пакеты Praxis можно найти в разных местах игрового мира, а также купить в клиниках Протез. Они тоже дадут вам очки Praxis. Чтобы открыть модификацию или улучшение, просто выберите нужный объект на экране модификации и активируйте его, если очков достаточно. Некоторые препятствия можно нейтрализовать при помощи взлома. Это касается турелей, камер и роботов. Все, что вам нужно, это найти сервер безопасности, который контролирует нужный объект, и взломать его. Команды «Захватить» и «Укрепить» — ваши основные средства взлома. Их эффективность можно повысить с помощью имплантов взлома. Рейтинг узлов влияет на скорость, с которой сеть их обрабатывает. Таким образом, узлы с более высоким рейтингом замедляют сеть. Кроме того, сеть можно замедлить посредством укрепления узлов, таким образом повышая их рейтинг. Червь замедления позволяет полностью остановить трассировщик на несколько секунд. И, наконец, чтобы избежать обнаружения при захвате узлов, можно использовать вирус «Убить», вероятность обнаружения у которого 0%. Команды «Убить» и «Остановить» — одноразовые вирусы. Их количество ограничено, так что используйте их с умом. Счетчик в правом верхнем углу экрана отображает их текущее количество. В процессе взлома вам предстоит захватывать узлы трех типов. Каталоги содержат ненужные данные. Их единственное предназначение — помогать вам достичь цели. API — системные функции, которые можно использовать для сети.
Они могут ее замедлить постоянным отправлением сообщений, а также могут снизить уровень узлов, облегчая для вас их захват. Хранилище данных содержит ценную информацию, которая приносит деньги, программы или даже очки опыта. Награды, которые могут ждать вас в системе, достанутся вам только после успешного взлома. В противном случае награды невозможно будет загрузить, и они останутся в системе. Вы не сможете отключать никакое оборудование помимо дверей и камер, пока не поставите необходимые модификации. Отойди от пульта, живо! Помоги! Твою мать! Причард, ты там? А где мне еще быть? Дай мне шарифа, живо! Адам, это Дэвид. Нашел тайфун? Да. Но вы не ошиблись, когда сказали, что за этим что-то стоит. Потому что у меня здесь мертвый борец за чистоту с очень интересными имплантами мозга. Не трогай его. Чтобы извлечь нейронный узел, нужен специалист. Возможно, это ловушка. Принято. Что с Андерсом? Спецназ рвется в бой. Разыщи его, пока они не нашли. И разберись. Ничего жареного не нашел, если бы об этом. Но он был уверен, что мы что-нибудь раскопаем. Что-нибудь эдакое, чтобы показать пику. А ты говоришь ничего? Знаю, парень. Думаю, на этот раз он облажался. Мудила! И как мы теперь выберемся из этой помойки?
Так и будешь там торчать, Тарас. Видимо, показалось. Кто там? Я ничего не вижу. Пароли. Что там делает этот хак? Если вы только что к нам пришли. Хочу кое о чем напомнить. Мы обсуждаем импланты и запрет на их использование, который лишает нас возможности защищаться. Только не надо сейчас звонить и говорить «Ну ладно!». Импланты летали! Вот моя кузина Дутти на днях себе один поставила. Это не
Access granted. Теперь у нас перерыв на рекламу. Слово предоставляю спонсорам. Ой, подожди. Нет у нас никаких спонсоров. Мы обсуждаем импланты и запретное использование, которое решает нас возможность защищаться. Access granted. Ну ладно, импланты легальны. Вот моя кузина Тутти на днях себе один поставила. Это ненадолго, тупорылина. Ведь скоро могут принять эту резолюцию ООН. Правила устанавливают Билдерберги. Access granted. Access granted. Access granted.